Провели эксперимент. Если раньше кунгурякам дорогу освещали стандартные лампы накаливания, то теперь будущее за новыми технологиями. Так решили в городской администрации и провели эксперимент по замене на улице Мамонтова части ламп уличного освещения. На смену пришли светодиодные фонари. По словам экспериментаторов, они могли на треть сократить расходы на электроэнергии. Время испытания прошло, и сегодня специалисты подвели итоги. В конце ноября 2011 года у нас были установлены светодиодные светильники на улице Мамонтова. По прохождению полтора месяца были сняты показания, и результаты показали, что эти светильники у нас потребляют в три раза меньше электроэнергии, чем те, что сейчас у нас стоят на улице города. Новые фонари имеют мягкий рассеянный свет, а также длительный срок службы. Если раньше лампы накаливания приходилось менять несколько раз в месяц, то новые светодиодные энергосберегающие лампы придется менять значительно реже. По словам жителей, в темное время суток улица выглядит как днем. Конечно, лучше. Ну а чем лучше стало? Ну как, зато хоть видно маленько, что идет, а вообще ничего не видно было. Как мне светлее? Я вечером куда? Вчера шла, так светлее было. Поскольку эксперимент завершился со знаком «плюс», в планах администрации на 2012 год установить энергосберегающие лампы в исторической части города. А дальше, если позволит финансирование, светодиодные лампы появятся в каждом дворе.